всегда, все на бегу. Уже 11:35, уже уроки, по идее, у первоклассников закончились. Я ходила в секонд. У меня в последнее время не получается туда сходить из-за того, что я только приду. Мне уже нужно снова уходить, бежать, встречать школьника из школы. Вот, но сегодня я там немножко даже успела померить и сняла видео примерочное с примерками моими. Две вещички купила. Сейчас домой мы придем, так я, наверное, сразу вам покажу в этом влоге. Я снимаю влог. Я вчера попробовала монтировать через YouTube редактор, и у меня получилось. Yes! И, короче, я смонтировала видео старое, тоже из примерочной секонда, которое еще было летом. Но его буду выкладывать. Оно выйдет, по-моему, какого-то числа. Не помню какого, 22, может быть, октября. И, соответственно, я дальше буду этим заниматься. У нас была вчерашняя мечта, я купила корзиночки. Думала, как там бывает у них с белковым кремом или со сливками. Купила со сливками и батон, короче, как всегда. Купить-то, короче, я все уже успела. Но сейчас 41 минута, я бегу. Бегу. Сейчас, наверное, где-нибудь по дороге уже Артемия встречу. Фу, я и вчера тоже опаздывала в школу, потому что мне надо было купить продукты еще в магазине. Сделать с утра кучу дел, пробежаться там, знаете, везде. И потом купить кучу продуктов, тяжелую сумку в магазине. И с этой сумкой я еще, не заходя домой, побежала в школу. Потому что если бы я еще поднималась с ней на 5-й этаж, а потом спускалась, то я бы, наверное, совсем пришла, когда уже всех учеников раздали. Ладно, надеюсь, что он у меня не сильно обидится на горе-мать свою, которая поздно приходит к школе. Какие красивые яблоки висят. Мелкие яблочки. Листьев уже нет, а яблочки висят. Уже успела, как и вчера, бежит мой ученик. Привет! Что я купила в секонде. Первое, это был вот такой вот красный свитер. Он, кстати, на видео смотрится очень ярким, красно-оранжевым. На самом деле он такой более спокойный красный. Я даже не знаю, как вам показать его нормальный цвет. Красно-бордовый он скорее. Это акрил 100%. Не знаю, что это за фирма Alexi Ladies. Он с биркой новый. Единственные его недостатки в том, что он коротенький. То есть... Вот, кстати, еще заметила недостаток, но он меня абсолютно не смущает. Я даже, наверное, тут ничего делать не буду, как будто так надо. Я еще распущусь нескольких раз. А может, и сделаю что-нибудь, не знаю, аккуратненько так сделаю. В общем, обнаружился небольшой недостаточек, больше недостатков у него никаких нет. Короче, спереди идет красивая коса, и у него большой ворот, который вот так вот загибается, на вороте тоже коса. А с другой, конечно, стороны здесь швы на вороте, поэтому его только загибать, но по-другому его как никак не поносишь. И еще на рукавах у него, вот смотрите, тоже такие же косы. Рукава, конечно, достаточно широкие для моей тонкой руки, но мне они понравились, они не длинные для меня. И вообще то, что тут вот это есть вязка такая красивая, мне очень понравилось. Я хочу себе вообще какой-нибудь такой... Блин, мои ногти. Какой-нибудь такой свитер объемный, чтобы была какая-нибудь ажурная, красивая вязка. В общем, все как сейчас модно. Но сейчас я быстро посмотрела и не нашла ничего такого. И вторая вещь, которую я купила, это вот такое платье. Я даже его не мерила в примерочной. Я его купила из-за того, что оно такой классной расцветки. Я сейчас обнаружила, что у него есть лямки, думала, что он просто на резинке, но так как у него есть лямки, я его сейчас померяю, посмотрю вообще, что и как. Но я купила только чисто из-за того, что ткань такая классная, и я хотела бы из нее что-то шить. У меня вообще в последнее время хочется что-нибудь шить, хотя я шила раньше, когда была беременна первым сыном, что-то себе все нашивала по выкройкам из бурды. Сейчас, короче, все эти вещи выкинула, но эта ткань, она такая красивая. Может быть, единственное, конечно, я думаю, что здесь можно шить наволочку, самое простое такое, потому что тут как раз на наволочку, наверное, хватит, не знаю, на какую, конечно, подушечку, но на мою, допустим, на которой я сплю, достаточно, я думаю, будет как раз ткани. Она, конечно, для наволочной ткани, она такая тоненькая. Ну, вы сами видите, немного даже просвечивает вот на свет. Но мне она очень понравилась, поэтому я ее взяла. Прелесть какая-то просто. Вот, и обе вещи стоили по 90 рублей. Свитер и вот этот топ-платье.
Смотрите, какие они клевые эти корзиночки. Они большие. У нас раньше в лицее, когда я училась, у нас там просто учили еще на всяких поваров-кондитеров, и я училась на менеджера в торговле. Вот. Там тоже делали корзиночки, но там они были гораздо меньше. И вот в корзиночке там в основном было, кажется, варенье, а сверху только вот или крем белковый. А здесь, как называется, здесь сливки сверху. Вот у меня сын поел пирожное, называется. Смотрите, тут тоненькое тесто и все остальное здесь сливки. Прикольно. Главное, чтобы они вкусные были, но раз ребенок ест, я думаю, он у меня, знаете, такой еще привереда. Они, значит, вкусненькие эти корзиночки. Правда, немножечко сверху их задели, но ничего страшного. Главное, на вкус, чтобы были няшками.